Всем добра и здравия, с вами Василий Жердев, и сегодня я расскажу о том, что нужно делать, чтобы не было проблем от того, что много сидите, да, там, соответственно. То есть вот, чтобы в этой вот области, да, там, где мы сидим, вот, проблем не было. То есть работа для тех, кого работа сидячая, это операторы компьютерные, соответственно, да, операторы, авиадиспетчеры и прочие люди, шоферы, да, водители, у которых много проблем с тем, что они много сидят и мало двигаются. Тем более, что в связи с тем, что у нас сейчас автомобильное движение сильно развилось, и многие даже активные люди, они все равно сидят за, ну, сидят, короче. То есть становится сидоками. Из-за этого возникают проблемы с тем, что сидит. Я вам сейчас хочу показать способы, как уменьшить вредное воздействие, то, что вы сидите. Вот, ну как, вот комфортное сиденье, вот такое, оно, конечно, хорошо. Да, вот вы опираетесь на спинку, там все. Но если вам нужно работать за компьютером, то вы, соответственно, должны как-то наклоняться. Я сейчас не рассказываю, как вот саму посадку вот рук там и все прочее. Сейчас просто пока вот все внимание на таз. То есть вы, допустим, вот сидите, и вы немножко изогнулись. Да? Ну. То есть и вот как бы вот немножко подняли ногу. То есть вот, даже вот так вот просто вот чуть-чуть наклонились. С одной стороны, позвоночник, конечно, изгибается, да? Но за счет того, что вы ослабили здесь движение, ну, ослабили бедро, воздействие до давления на бедро, здесь кровоснабжение восстановилось. Посидели какое-то время здесь, посидели так, да? Подняли ту, здесь вот опорная эта сталь. Посидели таким образом, сместились сюда. То есть у вас уже давление не на всю площадь, как было в предыдущем варианте, а чуть-чуть на край. Вариант еще такой, как бы вот вы вот сели вот таким вот образом, да, допустим, вот вы сидите, у вас оно идет воздействие уже больше на заднюю часть, да, соответственно, совсем на заднюю часть вот там, где мы сидим, того места. И вот это вот положение, соответственно, вот вы вообще приподняли положение, да, вот. Вы сидите и самым различным образом вы меняете это положение. Хотя бы вот вы все вот сейчас вот смотрите. Вот вы поднялись, фактически приподнялись. Вы здесь пережали, но у вас вот все внимание здесь. И вот вы вот таким вот. Вы таким вот образом, меняя различное, то есть вот площадь есть, ягодиц, да, соответственно. И вы вот эти вот места меняете, то на ноги смещение, да, вот, на ноги, то на, полностью на, считая практически на копчике, да, соответственно, идет воздействие, да, то есть то переместили здесь на край, то сюда, и таким образом у вас нету длительного нарушения кровоснабжения. И тогда у вас нету, не возникает, соответственно, проблемы со всеми этими внутренними органами, мочеполовой системой, работой толстого кишечника, с кровоснабжением ног. Потому что когда вы сидите, у вас кровоснабжение ног аж до самого носок, ну то есть до самых пальцев нарушается кровоснабжение. И чтобы этого не было, соответственно, нужно вот таким вот образом менять положение. Будете так это делать, у вас проблем не будет. Для того, чтобы проблем с позвоночником не было, можно вот использовать такую вот веревочку. То, что вы видите, да, соответственно, вот обвязка. Ну, это в предыдущем видео рассказывается. Здесь рассказывают только о том, как сидеть. Чтобы у вас сама посадка была такая, она служила профилактикой. И профилактикой всех проблем, которые здесь возникают. Ну вот, с вами был Василий Жердев. Если вам понравилось, то ставьте плюс, да, соответственно, нравится. Если не понравилось, ставьте минус. Вот, и пишите вопросы. Спасибо.